В этом году зима вступила в свои права. Уже в ноябре у многих сразу появились планы на покупку сезонной одежды или желание убежать от суровых сибирских морозов в теплую страну. Ну и, конечно же, задумываешься о новогодних и рождественских подарках для родных и близких. И если с целями на расходы большинство барнаульцев определились, то где найти на это деньги, знают немногие. Чем ближе конец года, тем больше расходы. Финансовые эксперты рекомендуют на оперативные цели использовать основной источник дохода, на глобальные цели – пользоваться кредитными средствами. С помощью кредитных средств можно не только плавно расходовать свой бюджет, но и строить планы на него заранее. Например, шубу или пальто можно надеть уже сегодня, а расплачиваться за них небольшими суммами до самой весны. Правда, зачастую многие из нас привыкли к тому, что приятные сезонные предложения есть только в магазинах. Однако в этом году порадовать жителей города готовы и в банке «Восточный». Мы предлагаем нашим клиентам воспользоваться нашим теплым предложением. Доступна крупная сумма 300 тысяч рублей с легким ежемесячным платежом 3950 рублей. Достигнут цели, которые раньше были так далеко, реально прямо сейчас. Пока есть возможность успеть получить немного тепла перед зимними холодами, не стоит ее упускать. Точно так же, как и не стоит упускать предложение банка «Восточный». Кстати, его филиалы работают практически в самых разных уголках нашего города. Это 3 точки на проспекте Ленина и 1 на Павловском тракте. А недавно еще один открылся по адресу Юрина, 202. Евгения Князева, Антон Червяков. Новости.